Ну что, ты готов? Да! Раз, два, три! А, у тебя не получается, я тебе помогаю! Мне в рот попало! Всем привет, друзья! Это канал Кикидо! И у нас на канале 100 тысяч подписчиков! И как мы вам обещали, у нас сегодня будет результат, и мы огласим победителей нашего конкурса! Да! Ну что, Камильчик, у нас на канале 100 тысяч подписчиков, и мы хотим вас поблагодарить, ребята, за то, что все это время вы были с нами, поддерживали нас, писали комментарии, ставили нам лайки, писали ваши предложения, смотрели наши видео. Спасибо вам большое! И в честь этого мы, как и обещали, решили огласить результат нашего конкурса и разыграть наши призы. А вообще, друзья, наверняка многие из вас не смотрели наше первое видео, вот как все начиналось, наш канал, вообще как он процветал. Самое первое видео. Ребят, если не смотрели, смотрите, как все было. Да. Алло! Привет, ребята, на канале Кикидо, и с вами я, Черепашка Ниндзя. Привет! Вы на канале Кикидо, и сегодня я буду взрывать шары. Считаем вместе. Раз, два, три. Привет, вы на канале Кикидо. И сегодня я покажу, как надо заряжать ластер-нож. Огонь! Попал! Аминка, посмотри, что там в яичке. Готово? Да. Давай, запускай. Ух ты! Круто! Всем привет! Вы на канале Кикидо. И сегодня я вам покажу мою коллекцию робокара Полли. Привет! Вы на канале Кикидо. И с вами я, Камиль. И сегодня я открываю вот такую вот мышку волшебную Amazing Jaws. Ой! Привет, мы на канале Кикидо, и с вами я, Камиль, и мы открываем сегодня вот такие вот жвачки для рук. Раз. I am monster. Так. Я вас съем. Так, смотри. Раз. Привет, ребят, вы на канале Кикидо, и с вами я, фокусник Камиль. Ребята, вы знаете, что у меня есть друг фокусник? Он мне подарил вот эту волшебную шляпу. Всем привет, друзья! И сегодня я буду открывать вот такую вот гигантскую банку Play-Doh. Ребят, наверное, вы думаете, что там куча пластилина. А вот и не угадали. Там сюрприз. А какой сюрприз, мы сейчас узнаем. Давайте откроем нашу банку и посмотрим, что там внутри. Ух ты, тут какая-то коробочка. Это Play-Doh. Всем привет! Это канал Кикидо. И сегодня я с вами отправляюсь в гости к Лео на день рождения. Его зовут Донателло. Он из Черепашек Ниндзя, как ты. Выпускайте меня отсюда уже скорее. Ну что, ребята, посмотрели? Ну а теперь приступим к конкурсу. Начнем. Так, ну что, ребят, напоминаем. Главный приз – это планшет Turbo Kids. 3G. Так, Lego City, выездной штаб полиции, мобильный штаб полиции. Это второй. И третий, вот кому-то он достанется уже с нашим серпантином внутри. Это вот звездный меч от Star Wars. Так, начнем. Я думаю, что первый приз мы разыграем, Камильчик, какой? Star Wars? Да. Давай. Поехали, ребят, открываем нашу страничку с конкурсом. Да. Обязательное условие было, напоминаю. Подписаться на канал Кикидо, Кикидо Плей. И написать под видео, где мы начали наш конкурс, комментарий любой, там, участвую, не участвую, или поставить просто плюсики. Итак, смотрите, переходим к этому видео и выделяем ссылочку. Выделяем, копируем, то есть. И переходим... Так, в рандомное приложение, которое будет определять
победители. То есть мы победителя сами не определяем. Это будет делать компьютер, с помощью компьютера. Вставляем ссылочку в поисковую систему. Так, и вот видите, на фоне наше видео. Там, где мы начали наш конкурс. Так, ну что, и сейчас мы нажмем кнопочку «Мне повезет» и определится первый победитель. Окей, нажимаем. Так, пошло, загрузка пошла. Что, ребята, кулачки? Держите кулачки? Ребят, хочу напомнить, что такова закономерность, что призов, как всегда, не так много, как вас. Вас очень много, вас призов очень мало, много. Так что не расстраивайтесь, если кто-то даже проиграет. Ничего страшного, у нас еще этих конкурсов будет очень много. Так что держите кулачки. Кому повезет, тому повезет. Кому не повезет сейчас, повезет в следующий раз. Пап, может быть конкурс до пенсии? Ребят, я сам, знаете, сколько участвовал в этих конкурсах, честное слово, всяких лотереях периодически. Испытываю свою удачу, но я же не обижаюсь, я же не унываю и продолжаю также участвовать. Так, поехали. Первый победитель, половина на английском, половина попытаюсь, не обижайтесь, если я неправильно произнесу. Изада Абдыева. Первая, да, английская, по-моему, Изада Абдыева. Открываем нашего победителя и смотрим, подписана ли она, я так понимаю, что это девушка, на наш канал или нет. Так. Да, это девушка. К сожалению, но не подписана. Вот, открылись все плейлисты, но подписчиков нету. Переходим к следующему. Так. Давай. Обязательным условием надо быть подписанным на два наших канала. Это Кикидо и Кикидо Плей. Следующий победитель. Денис Полилов. Открываем. Подписан у вас или нет? Так, открываем. Денис Полилов. Что-то вообще у него подписчиков нету, ничего не понятно, ничего не видно. Странно. Окей, ладно, переходим к следующему. Извини, Денис Полилов, но о тебе нет никакой информации. Таня Лозинская. Так, открываем. Так. Таня подписана на наш канал Кикидо и Кикидо Плей. Поздравляем тебя, Таня Лозинская. Тебе достается вот такой вот брутальный звездный меч. Будешь ты у нас... Кто там из девушек был в этом, в «Звездных войнах»? Принцесса Лия? Будешь принцессой Лия? Не знаю, это к ней относится этот меч или нет, но будешь джедаем. Поздравляем тебя! Ура! Переходим к следующему. Окей, выбираем, нажимаем. Лего ТВ. О, наш коллега. Как раз. Слушай, если ты подписан на наш канал Лего ТВ, то тебе крупно повезло. Так, Кикидо Плей вижу. И Кикидо, поздравляю тебя, Лего ТВ, и тебе достается вот этот вот уникальный лот под номером. Это магазин на диване. В общем, мы поздравляем, тебе достался вот этот набор Лего ТВ. Теперь в твоем Лего канале будет еще пополнение, если ты снимаешь видео про Лего. Так, поехали дальше. Ну и последний, ребята, последний приз, супер, главный приз, это детский планшет Turbo Kids. Короче, он такой прикольный, у Камильчика точно такой же. Да. Там можно две сим-карты вставить, звонить, там, в общем, ограничения всякие есть. Да. Родительский контроль. Очень хорошо, полезная штука для родителей. Я уже там поставил пароль. Камиль уже поставил пароль. Ну что, ребят, запускаем последний приз. Держите кулачки. И Луха Гонтарук. Чего? Не знаю, что это. Открываем. Луха Гонтарук. Увы, Луха Гонтарук. Но тут вообще никакой информации, кроме как прохождение Робери Боб какой-то. Робери Боб. Так, переходим к следующему. Запускаем. Дилерон. Дайлерон или Дилерон Плей. Открываем. О, Кикидо Плей. Так, открываем на Дилерон Плей. И смотрим. Так, вижу. Значит, на Кикидо Плей подписан. На Кикидо. И Кикидо тоже подписан. Поздравляем тебя, Дилерон Плей, с победой! Ты одержал победу, ты выиграл детский планшет Turbo Kids. Да, ребята, кстати, я не сказал. Победители, ребята, обязательно свяжитесь с нами, напишите нам в группу ВКонтакте,
Адрес. Вы нам напишите победителя, а мы дальше вам скажем, чего и как дальше все эти моменты обсудим. Ну что, друзья, мы поздравляем вас еще раз, всех победителей. Да. Всех ребят мы просим, опять же, не унывать, не огорчаться, то, что они проиграли. Ничего страшного, не одержали победу. В следующий раз обязательно опять кто-то из вас испытает свою удачу. Да. И может кто-то выиграет какой-то приз прикольный. Ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал обязательно. Вас ждет много чего интересного. Да. Опять же, мы говорим, это не последний наш конкурс. Да. Так что оставайтесь с нами, смотрите нас. Всем удачи, всем хорошего настроения. Всем. До новых встреч. И всем пока. Пока-пока.